Здравствуйте. Мы уже с вами знакомы. Вы у нас бойлер ставили. Так, куда? Так, сюда проходите. Ага. В общем, оно отсюда, а потом уже в конце уже ее тут начало. Может, какую-то травку все больше бросить, потому что может чуть-чуть линуть еще. Еще будет литься, да? Может быть. Если они слились полностью, так, да? Тряпку, можно и тазик. Можно и тряпку. Посмотрим, может просто тут не зажато было, а как-то вообще тут легко крутится. У нас тут только в одной комнате. Главное, чтобы тут не был тройник лопнутый, это все остальное мелочь. Посмотрим, что там. Судящий. Такое ощущение, что оно вообще не прикручено. Или... Такое ощущение, что вообще не зажато. Может быть просто. У нас уже когда-то было такое. У нас зимой была какая-то аварийная проблема. И мы на полдня выключили отопление. И у нас вот оттуда поступала вода. Это было перед войной за неделю. Нас даже никто не вызвал, уехали. В прошлом году включили нормальное отопление, нигде ничего не текло. Просто там когда холодная вода, а мы кипим, получаем горячую, и она когда расширяется, и она перестает. Чем вытереть можно? Вытереть еще. Ну, тряпку какую-то. Угу. А не жалко? Не жалко тебе собачек? Нет. Ну, она лилась оттуда из-под гайки, да, вот так вот? Вот, да, вот так. Да. И вот тут она, вот там, вот поверх гайки тоже тянула. А как они приедут быстро, если сейчас позвонить им? Вот этого не знаю. Сейчас ты позвонишь, да?
включили, да? Ну, скажите, что сантехник приехал, сделал. Тихо, потому что тут чужой человек, поэтому... Так это и этот еще ж. Он где-то как пришли, так он берет меч. Даня, я тебе сейчас посрать, да? Ну, где ты такой? Переплавить, я тут не вижу смысла. Так себе думаю. Воду пустить, да? Включить воду. Ну, может, если можете сегодня. Я просто вам звоню, уточняю и все. Сегодня не сможете, вы поехали. Мастер же, я заплачу ему, пусть приедет. Алло, а сегодня давайте я вам заплачу, чтобы вы приехали, мы уже сделали. То завтра звоните про 9-го, договоримся на время. На Ленке ехать. Да я все понимаю, я тут не могу. Завтра? Да, здравствуйте. Не хочет, да? Говорит, я на другом участке, что там такие. Я понял. Ну, тут, скорее всего, банально, просто я когда пришел, вот эта вот гайка легко рукой крутилась. То есть там, сейчас я покажу, как оно выглядит. Вот я взял запасные, но... Вот. То есть вот это вот так стояло, а это сверху поджимало. И оно вот было не дожато вообще. Уже с прокладкой он стоит, видите? Снизу, вот это снизу так же самое было. Тоже легко крутил. Да? Ну, я рукой крутил его. А, ну так тогда понятно, конечно. Скорее всего, просто может, не знаю, вибрация или чего-то она открутится. Ну, часто больше откручивается. Но я вот так добротно затянул, не должно уже ничего там течь. Там ничему. Ну, так, что мы теперь делаем? Ну, ждем завтра, что мы делаем. Выживаем. Без вас. Ну да, позвоните. Все нормально. Да, в любом случае наберите, скажите, там нормально, ненормально. Если что, тогда перепаяю на новое. Но, скорее всего, я не вижу смысла перепаивать. Оно целое. Пока мне с ней включишь, непонятно, что оно. Хотя рукой крутилось, это уже говорит о том, что оно просто было не зажато. Да и все это же.